Це зарано включив. Та похуй ближче. Курва! Курва матка! Блять, знову рано включив. Иду опять по крышам бегать, голубей гонять. О, это же нормально вроде было. Не. Ух ты, ба! И вот сейчас, когда я начал делать серьезные трюки, появился изъян в трейлах. Раньше я его не заметил. Когда делаешь флип здесь, слепа цепануть сложно за кончик. А я когда делаю 270, специально цепляю кончик, чтобы было меньше скорости. Но с флипа идеальная скорость. И получается так, что я вылетаю с этого трансфера нормальным накатом вот в эти кусты. То есть приземление должно быть вот здесь, а не вот здесь. И вот этот изъян именно сейчас объявился. Вот потому что я начал делать уже трюки. Я раньше говорил всем, давайте дальше. Не будем долетать. Я построил для всех, но никто не прыгает. А те, кто умеют, они не могут нормально прыгать. Вот и все. Нужно переносить туда вот приземление. Вот такой вот бах. Не могу 270 сделать после флипа. Ну, даже если просто прямо вкатить здесь, долетая. Что скажешь? Ничего. Переделывать нужно трансфер, знаешь? Ну, да. Будешь переделывать? Да, может быть. Текаю туда. Быстро. Ой, блин. Thank you.
Давай 5. Дима круто снял. Я попросил Диму переснять, и я сделал 270. Даже на маленьком. Только пришлось чуть флип ниже делать, чтобы наката было меньше. Или цеплять. Дякую. Давай. Он. Таня, плачь. Покажи, как ты плачешь. Дедушка пришел починить лавочку, потому что ее всякие ублюдки сломали. Он просто старенький дедушка пришел и починил, и Таня расплакалась. Мне тоже жалко его. Но у нас, видишь, в Украине все только ломают. Ну, даже сидеть на ней не будет. Он весь какую-то солому и запалился и заработал лавочку. Проходил рядом, он даже не отсюда, наверное. Ну, видишь, такие люди просто сейчас и раньше. Не плачь. Дай тебя обниму, хочешь? Не плачь, давай, не плачь. Дай велику бульку. Лови, лови! Відвлекався. Стій. Не хочу, не ловить, чесно. Лови, дивися. Ти можеш це робити? Прозрачно. Думаю, собака би бігала за ним. Кошки бояться. Собака, да, їла би. Да. Вони ж касають, як бігали. Ох, яка вона. Ісчезає куди-то, нюхає, куди вона пропала. Думаю, да, хоч. Да. Лей, лей. Ну, пусть он ловит. Пусть ловит котик. Бач, можно ловить и заново пускать. Да, в нос. Давай-ка вылетим. Стик! Немножко опоздал. Ох, какая. So beautiful. So beautiful. Котик в недоумении. Думаю, куда они пропадают? Смотрит, смотрит. Почти злою. На цицкой. Злизав, чиш? Мило лежи йому можна. Йому нічого не робиться. Зніше? Я не посікати. А як ти думаєш? Я не посікати, дам за гроші. У мене ні денег нема. Як ти думаєш, за що? Просто так, де? За красоту мою. А де цей відос можна глянути? Де ти її? Я тобі покажу.